С вами канал Футбольные игры, и мы играем Score. Вы не пишите в комментариях, какую игру играть, и я выбираю по колесе фортуны, и мне попадается Score Hero. Так было невозможно почти забить. Ну, как говорится, невозможно и возможно. Ух. Хорошо, поймал, молодец. Позже. Я докопался до одного канала. Этот канал называется Шутер. Не знаю, почему дали такое имя. Это канал про Counter-Strike. Но я раз увидел, у него 3 подписчика и 3000 просмотра. Это как? И после недели у него уже не 3, у него 25. После недели он набирает 22 подписчика, и у него 1000 просмотров, 1000 просмотров. И у него на канале было, когда он снимал первое видео, у него на канале было 1000 просмотров. А я на канале уже 8, да, если посчитать. Если посчитать 8 видео, и у меня я сделал 4 дня назад, и у меня 18 подписчиков. Спасибо, очень благодарю. Но 8 тоже для 4 дней немного, так что я каждый день, если посчитать арифметически, делаю по 2 видоса. Это не легко. Так что надеюсь, вы поддержите меня лайком и подпиской. Ох, догонит. Да, 100%. Что он сделал прямо сейчас? Я вообще-то не понимаю, что он сделал. Ну, надеюсь, он сейчас догонит. Фух. Это был должен быть пас, но я хотел пнуть, как говорится, испытать свою удачу. О, пусть ваш герой отдаскивает вас. Ага. Я перешел, как вы видите, Саутгемптон. Простите, что я не снял это видео. Вы сами понимаете, у меня 18 подписчиков, я же не должен отдавать всё Ютубу. Простите за остановочку. Для вас прошло 0 секунд, а у меня прошло 3 часа. Да, вы не ослышались, 3 часа. У меня просто ошибка пришла в новом видео. Я снял заново то видео. Я же обещал первый это, потом да, я не заговорил, не мог подобрать слово. Я нашел хорошее аниме. А чё мне, это же другой канал. Я нашел одну отличную игру. Я завтра вам покажу, если у меня вот на этом видосе будет больше 2 лайка. Не 2, ладно, 5 лайков.
Побежит. Молодец. О, красиво выглядит. И Никол, как он поймал? Это было почти невозможно. В следующем видео. Это стратегическая игра. Я говорил вам, я не буду только снимать футбольные игры и другие. Я буду снимать Clash of Clans и Brawl Stars. Ну, они не популярные игры. Так как не просто так же много людей играет в Clash of Clans 500 миллионов. Угловой он возьмет, да? 100% он не возьмет. Тогда порискую. Не, он это 100% не возьмет. Да, было 90% не возьмет, а здесь уже 100%. Тогда делаем по-умному. Фу, бесплатно. Как? Ну как? Скажите вы. Ну как он это делает? Это последний раз. Ну, вы же сами видите. И надоели мне ваши спонсоры. Где тогда спонсоры? Я же сейчас виноват. Да, сейчас я виноват, но тогда же не я был виноват. Не пинай отсюда. Зачем он идет? Дальше. У него что ли вратарь убийца? Ух, ой, хо-хо. Ну, что он хочет понтоваться тут? Он попонтовался. Здесь не получилось. Играем, что ли, заново. Ну, нормально, нормально. Не пинай туда, пожалуйста, я вот тебя умоляю. А он будет пинать с первого касания, как всегда. Мягонько. Опять. Та же тема. О, здесь полегче. Нет. Надоели ваши спонсоры, если честно. Lord Mobile. Да, мы поняли, хорошая игра. Нельзя же показывать 1000 миллиардов раз. Да что? Простите, это не длинное видео. Так что я сниму другую игру. Ну, пока.